Всем привет, с вами Ниагара. Ну что ж, мы продолжаем. В прошлый раз остановились возле этой башни. Проникаем внутрь. Так, можем идти. Хорошо, братан, как скажешь. А, ты опять веревку скидываешь? Окей. Давай. Дамы, вперед. Привет. Что? Ну, спасибо. Кстати, дамы, да. Спасибо, бро. Поехали. Полетели. Вот она. Тут сигнализация. Если не открыть замок, она взвоет. Достаточно просто коснуться стекла. Спокойствие. А, да? Варя. Так можно было? Прикольно. Отлично. Это точно та самая? Есть только один способ выяснить. Прости, Марко. Черт. Я бы выразился иначе. И все? Ни хрена ж не видно. Свет великого хана. Погоди-ка. Что ты делаешь? Это смола. Она горит. И? Дай зажигалку. Думаешь, стоит делать это здесь? Давай. Ого. О, круто вообще. О, прикольно. Огромная волна выбросила корабли в сердце джунглей Явы. Значит, это было цунами. Да, где-то на западе Борнео. Область поиска сужается. Смотри. Наверняка они оказались неподалеку вот от этой горы. Найдем эту гору, найдем корабли. Ты молодец. Подожди, это не все. Так, будто бы сам океан стремился исторгнуть ужасную ношу, что мы везли из Шамбалы. Проклятие Чинтамани. Ты что-нибудь понял? Шамбала. Боже, Флин! Что? Марко Поло нашел Шамбалу. Шангрила. Шутишь? Если они везли Чинтамани, то камень еще там. Это очень увлекательно, но пора бежать. Да, я иду. Что ты делаешь? О, нет. Прости, друг. Здесь наши пути расходятся. О, нет, нет. Стой, Флинн, был уговор. Да, какой-то был. Только я решил его изменить. Хватит, бросай веревку, придурок. Ну да, конечно, ты у нас самый умный. Только упустил из виду одну деталь. Правда? Партнер. Да какого хрена ты что творишь? Нет, просто устраню с дороги на время. Ты думаешь, я не знал про корабли с самого начала? Любой школьник догадался бы. Флинн, слушай. Открой глаза. Тебя надули. А-а, не спеши. Сначала познакомься с охраной. Ну все, мой выход. Не сердись, друг. Ну ты сволочь. Нейтан. Нажим! Чтоб тебя, Флинн. А, капитан, да. Нет, 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 нет. А, нет. Ну все, мне конец. А куда? Не. Так, да. Подожди. А наверх не могу. Я никуда не могу. Пацаны! А, подожди, вот сюда. Так, ладно. Все, куда-то я так. Нашла куда-то. Думай, бежать. Нейт, думай. Давай, думай, Нейт. А чё? Да подожди, ты в меня целиться, ты заколебал. Ты, я тут не могу определиться. А, в окно. Окей. Я не видел окна. Что ты хочешь от меня? Арабта по борда. Да, говори. Борда, корда, борда. Что это? Где? Вот он. А кто? А? Люк.
Ура. Так. А, не-не-не, парни. Сюда. С вами я не разговариваю. Так, чё, РБД, не-не-не-не, парни, не. Спокойно. Вот так. Надо к лестнице. К лестнице, хорошо, на это я тебя поняла. Нейтан, все, идем. Почти ушли. До новых встреч. Надеюсь, не новых. Блин, проскочили. А! Упс. Нет. Ты упустил из виду одну крошечную деталь, партнер. 3 месяца спустя. Открой глаза, тебя надули. Он съехал с катушек за 3 месяца. Эй, кто там? Проваливайте, я занят. Какая жалость. Салли. Тебя нельзя оставлять без присмотра. Как же я рад тебя видеть. Как твои дела? Дела лучше некуда. Дал. Кое-кому на лапу. На это ушли все твои деньги. И немало моих. Однако... Ну ты воняешь. Не хуже твои сигары. Да. 3 месяца не мылся, как-никак. Через одну общую знакомую. Привет, Найт. Опять о, ты. Нет. Да подожди. Салли, запри дверь. Она нас здесь не достанет. Помолчи хоть минуту. Выслушай. Спасибо, Виктор. Ты уж прости, Салли, но ты плохо разбираешься в людях. Особенно в женщинах. Не спорю. И все-таки... Кошмар. Да ладно. Не все так плохо. Вот, даже личное ведро. Раньше-то было одно на 8. Слушай, Нейт. Я очень признателен, что ты ко мне заглянула. Но если бы вы с Флином так подло не подставили меня, я бы не гнил 3 месяца в этой вонючей дыре. Так что прости, что не спешу, ну, прижать тебя к груди. Я ни в чем не виновата. Ну да. Я говорила, он не станет меня слушать. Ладно, Нейт, корабли найдены. В Борнео? Да. И Чинтамани тоже? А ты откуда знаешь? А ты думала, Флинн сам обо всем догадался? Думаю, что да. Но камень они не нашли. Что значит они? Флинн и его клиент, Лазаревич. Ну тот, чокнутый. Они с самого начала были заодно. Вот как. Камень они не нашли, значит, у нас есть время. Ты отведешь нас к ним. Перехватим сокровища у них из-под носа. Этого они не ждут. О да, месть сладка. Вот. Его звали Исполняющим Желание. Он священный. То есть вроде как Святой Грааль. Именно. Спасибо. Салли, послушай. В землях Шамбалы сокрыты величайшие из земных драгоценностей. Чистейшей воды сапфир синего цвета. Человеку не обхватить его даже 2 руками. Это же целые миллионы. Сотни миллионов. Есть еще дневники? Очень много. Лазаревич платил очень дорого за дневники Марко Поло. Он искал камень Чинтамани долгие годы. Если он надеется, что Флинн найдет ему камень, то будет искать еще 100 лет. Если доберусь до архивов Лазаревича, я найду этот камень. Не горячись, ковбой. Это проще сказать, чем сделать. Архив в его палатке, а палатка в самой середине лагеря. Там очень серьезная охрана, солдаты. Повсюду. Ну, поэтому нужен свой человек, которому они доверяют. А, ясно, вижу, к чему ты клонишь. Она? Их надо отвлечь. Мне нужно на 5 минут влезть в палатку, вот и все. Всего 5 минут? Прекрасно, даже раздеваться не придется. Хлоя, может, просто что-нибудь взорвешь? Взорвать? Ну, это просто. Ты с нами? Разумеется, я готов на все. Так, план у нас есть. Окей, мы в деле. Говоришь, нужно взорвать и повсюду стрелки. Барнео. Хлоя, как слышишь? Слышу хорошо. Мы уже близко. Угу. Готовы пострелять? Я заложила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Приведите их в боевую готовность. Первый заряд прямо перед вами. Слушай, я что-то не очень в эту воду
тропическую хочу лезть. Там, знаешь, всякие крокодилы, анаконды. Ладно. Видимо, придется. А где, говоришь, прям... Ага. Прям перед вами говорит. Ну, вот это вот, видимо. Вот он. Еще я оставила вам детонатор. Ага. Вот и он. Угу. Отлично. Один готов. Эй, не трожь кнопку. Этот? А, погоди. Там мне предупреждения какие-то вылазят. Когда приведете заряды в боеготовность, используйте детонатор. И бабах! Да, ты с Алитом. Этого они точно не ожидают. Будь осторожен. Палец убери. Поставил своих людей по всему периметру. С кнопки. По периметру люди, понимаешь? Вот в таких нычках обычно какие-то сокровища, но... Походу, нет. Ладно. Не будем заострять на этом особое внимание. Нам важен сюжет, да? Правда же? А на этих сокровищах мы ничего не заработаем. Так лежу я. Я весь взмок, как шлюха на мессе. Шлюха на мессу. Что? Полегче. У меня тут детский контент. Осторожно. Наверху. Не говори такие вещи. Никто не должен заметить. Надо убрать этих ребят. По-тихому. А где? Где? Сали? Подожди, здесь ничего нету. Так, ну я вооружена, да? Да. Опачки. Опа. Ну по-тихому, так по-тихому, как скажешь, блин, что. Вот это я еще заберу у него. Так. А что, стрелка наверху не. О, он прям так. Разгуливает. Подожди-ка. Ну, по-тихому же мы действуем, пока. Да? Угу. Не привлекая самого внимания. Отвратительное место. Сапоги уже месяц не просыхают. Смотри, как бы Лазаревич тебя не услышал. Главное, чтобы трусы просохли, чувак. Вот сапоги. Так ты выйди, ладно, господи. Спокойно. Так. Наверху тоже есть стрелок. Блин. Сложный периметр. Как сложный? Ну, типа двухслойный. Вот этих пацанов, конечно, не очень. Типа, сложно убрать. Ладно. Угу. Я надеюсь, никто не увидит. Пока. А где там патрон? Оп. Меня главное, чтобы вот этот пацан сверху не приметил. Угу. Сейчас он уйдет, и я вот с тем попробую разобраться тихо. Хотя здесь очень могла бы быть экшеновая перестрелка, но видите. Потихо так по. Опа. Потихо так потихо. Проблема! Ага, отдай-ка сюда. Так. Паренечек у нас остался наверху. Как же я к тебе попал? Мне не убрать тебя потихо. Опа. Ну, приветик, что ли? Это был один, я надеюсь, или еще сейчас... здрасте! Откуда они взялись? Салли, help me! Что происходит? Что? Где? Никого ж не было. Да я тебя вижу, да, ну дай мне похилиться. Пиу-пиу. Угу. Сейчас, Салли, я... пусти. Слушайте. Парняги, вы откуда? Можно качнуться на руках и прыгать. Да, это я уже заметила заранее. Ладно, погоди, старик. Попробую найти другой путь наверх. Патронов нет? Нема? Ну, хорошо. Я просто думала, что тот последний, и начала стрелять, но оказалось, видите, какой.
Что? Какой у меня последний? Пренички тут еще вот были. Это заберу. Угу. Так. Ну ладно. Давай поможем Сале подняться, да? Тоже нужно открыть дорогу сюда. Давай. Осторожно. Прекрасно. Спасибо, приятель. Так, какие вопросы? Ты ж меня прикрываешь. Ну ты чё, идёшь? И чё? Я чё-то не вижу, чтобы он шёл. Ну ладно. А, господи. Чуть не упала. Ладно, да. это мне надо Нейт, было пойти. Сейчас ты приближаешься к первому участку раскопок. Они уже должны были вернуться. Угу. Черт, нас заметили. Разделайся с ними поскорее, пока они не позвали на помощь. Ну-ка! Я, конечно... я сейчас умру, я понимаю, да? Ты его уложил, что ли? А, молодец! Круто был. Не надо было так выбегать, конечно. Так. А, о, здоров. Наверху. Ой, какие туканчики, посмотрите. Это туканчики с такими большими цветными клювами. Очень красивый. Так, ну что у тебя там, патроны-то остались? Молодец. Вы приближаетесь к первому лагерю. Я разместила там заряды. Но сначала вам придется расчистить себе плацдарм для деятельности. Да, сначала надо запрыгнуть вот тут. Подожди, оно что-то не получается. Хорошо. Там ничего нет. Когда же он признает поражение? Признает поражение, Лазаревич? Ты не смеши меня. Вот лагерь. Ты готов? Поехали. Еще ему надо. Если Лазаревич это услышит, нам каюк. Так, подожди-ка. Значит, действуем по-тихому. По крайней мере, начинаем. Так. Угу. Да, конечно, по-тихому, да, да. Спрячься, боже! Сейчас умрёшь! Все? Ты как? Норм? А, еще идут, еще патроны, бери патроны. Патроны там еще. Сали, вали их. Так, верхнего надо убрать. Граната! Сали, граната! Да, вставай! Алло! Нормально. Все? Револьвер нет, не беру. Так, где мои патроны? Угу. А, есть еще или... Ага, есть. Ох ты ж, блин. Пацан. Не дури. Опа.
проклятие! Опа! Второй живой? Ну, кажется. А, нет. Дробовик, нет, положи. Дробовик ближний бой, я не использую ближний бой обычно. Ну, зачем мне это надо? Я стреляю издалека. Так. А-а-а. Опа. Черт! Опа! Дробовичный. 50 убийств. 50 убийств, но настолько вторая серия. Пацифисты, блин, конечно. Так. Ага. Здоров. Подожди, перезаряжаюсь. Да, давай, выходи. Чё там? Ты выходишь очень быстро. Так, еще кто-то был точно. Еще двое. Нет? Теперь надо найти взрывчатку и привести в боеготовность. Ладно. Вас понял. Ну, начнем, естественно, с самого начала. Чтобы прямо не упустить ни одного моментика. Осталось заложить 3 заряда. 4. Их всего 4. Так, и они где-то в воде. Ага, вторую вижу. Так, вот тут. Ну, патроны, кстати, тоже прикольная тема. Осталось всего 2. Ну, а вот еще один вижу. Угу. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Все, не говори мне под руку. Знаю, знаю, сейчас найти еще надо. Ага. Ну, установи последний заряд, говорит. Ты думаешь, это так просто? О, мужики, патроны оставили. Так, не крутись под ногами. Опа, это тоже мне пригодится. Так, дробовик, нет, не надо. Последний заряд. Подожди, это же искать теперь, да? Последний заряд. Так, патроны, да, берем. Ага. Это я активировала, да. Значит, это активировала тоже. Значит, тут патроны возьмем. Слушай, блин, сколько я патронов пропустила. Там активировала, там вначале тоже активировала. Так-так, где? Получается, вот тут, да, тоже. Последний, последний. Сали, помогай. О, хрена ты, знаешь, что тут ходишь. Ну. Скажи. Хватит мне дурачиться, парень. Приведи заряды в боеготовность. Отличный совет. Вообще просто. Ты молодец. Вот туда мне, да? Получается. Да. Угу. Да баш, нет, не хочу. Так где эта хрень? Последний, он всегда такой сложный, он последний, потому что ты все нашел уже, где только мог побывал, и вот он последний. Окей. Да вы серьезно, блин? В самом начале вот тут я его вообще еле нашла. Так, кажется, все. Пора навестить Лазаревича. Ну, пойдем. Ну, я так понимаю, мы сейчас нажмем там и вот полезем вот туда. Ну, похоже на это. Че, тебя подсадить? Им нас не достать. Иди, я тебя подсажу. Ладно. Давай, приятель, прыгай. Ну и задница у тебя, Салли. Спасибо. Спасибо. Порядок. Так, хорошо. Мощно же это было цунами, если забросило корабли так далеко на сушу.
Ой, не говори. Так, а что у нас тут есть? Я сюда. Старая машина. Какие-то брошенные лагеря. Ничего. Ладно. Я думала, что-то спрятали. Ложись. Черт, опять насос сломался. Эта штука вечно ломается. Надо починить, а то так и будем здесь торчать. Они без оружия. Их не так уж и много. Чего мы ждем? Можем атаковать их. Не знаю, Салли, может. О, нет! О! Тут кто-то есть! Так бей его! Кто еще есть? Нет! Нормально, нормально. Мне бы не помешала твоя помощь. Да ты и сам справлялся. На еще одного. Салли! Спасибо! Всегда мечтал подраться. Все? Хватит страдать ерундой. Да. Нас ждут великие дела. Ну, что ты называешь, конечно, ерундой? Ну ты тот еще. Пойдем вдоль трубы, придем к лагерю. Хорошо. Идем вдоль трубопровода. Прям как тогда в Монреале, а? Так и будешь мне напоминать? Ага. Что у вас было в Монреале, а? Так. Раскопки. А что тут вообще? Есть что-нибудь, нет? Ну, как будто бы. Кажется, нет. Я вижу лагерь. А здесь? Ребят, не знаю. Видимо, не вижу. Если там и что-то и было. Ты готов? Постой. Одну секунду. Но она на месте работает, все нормально. 3 месяца, и ты ничего не нашел. Но подожди, мы... Мы командир! Же все-таки... Наверное, Лазаревич. Этот человек пытался украсть находки с 5-го участка. Ты предал меня за это? Нет, нет, Зоран, я объясню. Нет, нет. Не надо. Меня окружают предатели и хлопцы! Не пора ли совсем испортить ему настроение? Слушай, ты видел, что он делает с людьми? Тревога! Обыскать лагерь! Ой-ой-ой-ой. Пошли. Надо проверить. Вперед, парень. Я тебя прикрою. Нет, ты серьезно? Ну и кто тут бросил снайперскую винтовку? Осторожно, Нейт. Похоже, не выставили дозорных. Ладно, парень. Наш выход. Наш, да? Блин, защищать целый лагерь. Так. Это у нас будет целая новая следующая серия. Спасибо, ребята, за просмотр. Очень рада, что вам нравится это прохождение, что многие его ждали и хотели, и что вам нравится эта игра. Очень приятно читать эти комментарии. Ну и, в общем-то, зачистка у нас продолжится в следующий раз. Пока-пока.